Первое правило, о котором стоит помнить, находясь на лыжной базе, гласит: катаясь коньком, не заезжайте на классическую лыжню. В противном случае вы рискуете стать серьезным препятствием для движения поклонников того или иного стиля. На лыжной трассе также не следует останавливаться, чтобы поговорить с кем-либо. Для этого стоит освободить лыжню и пообщаться в стороне от нее. Если вы неуверенный лыжник, впервые вышли на трассу, то вам нужно знать следующие правила. Обязательно уступаем дорогу профессионалам. То есть, если сзади вас кто-то быстрее едет и кричит «лыжня», значит, вам нужно отойти с трассы. Ни в коем случае не стоит брать на лыжную базу домашних животных, это запрещено. Так же, как и катание по лыжне на снегоходах и санках, или передвижение по ней пешком без лыж. На специальном транспорте здесь могут передвигаться только спасатели, но и они, по возможности, должны избегать движения по основной лыжне. Если вы отправляетесь на лыжную базу с ребенком, то лучше всего стоять с ним рядышком тоже на лыжах, чтобы опять не было несостыковки, он на лыжах, а вы пешком, нарушение лыжных трасс. Опытным лыжникам при встрече с новичками специалисты советуют в первую очередь помнить о корректном отношении. Не стоит выражать пренебрежение в адрес менее опытного спортсмена. Если вы заметили, что кому-то требуется помощь, к примеру, в освоении той или иной техники хода, можете смело ее предложить, но без лишней настойчивости.